Вдохновение не в словах говорящем, а в том, что услышишь именно ты при его истории. Бесконечная вера, постоянное развитие, ежедневные продажи, выполнение всех акций компании, командный дух, традиции и любовь в каждой клеточке тела. Это то, что помогло мне выйти сюда. И пусть вам поможет выйти сюда в следующем году. Есть только одна дорога – мечта. Нужно просто закрыть глаза и представить то место, где вы хотите оказаться. Мы так и сделали, и оказались в Фаберлик. Верный путь дает плоды не сразу, но счастье приходит к тем, кто умеет ждать и делать. И тем, кто умеет смотреть не только в прошлое, но и в будущее. Ведь изменить мы можем только его. Друзья, пришло ваше время. И пусть огонь, который зажегся в вас в эти два дня, не погаснет и освещает ваш путь. Путь новых свершений и грандиозных результатов. Дерзайте, друзья! Сцене участников и постановщиков невыдуманных историй. Гульфия Талибова, бриллиантовый директор Узбекистана. Людмила Харьковская, бриллиантовый директор Россия. Светлана Луговых, рубиновый директор, Россия. Светлана Народская, золотой директор, Россия. Ольга
Ольга Тимофеева и Сергей Маргарян. Бриллиантовые директора. Россия. Рита Сулейманова, золотой директор. Россия. Татьяна Кожарова, бриллиантовый директор. Россия. Елена Жданова, бриллиантовый директор. Россия. Любовь Клеубаева, элитный директор. Казахстан. Андрей и Марина Бойловы, серебряные директора. Россия. Режиссеры. Олег Усовский и Константин Кожевников. И сценарист Елена Носова. И он никого не оставляет равнодушным, это совершенно точно, потому что все, что говорили нам эти наши любимые герои, лидеры, это наша с вами жизнь. Ведь наверняка кто-то из вас сказал, да это же обо мне было такое. И явно сегодня наша с вами жизнь разделится у кого-то до и после. Так вот, пусть будет это после всегда самым продуктивным, эффективным и результативным. Буквально на днях, совершенно случайно, я услышала тезис великого нашего тренера по хоккею Анатолия Тарасова. Если ты стоишь и боишься пойти вперед, ты не знаешь, что там будет. Не бойся, иди, и тогда будет результат. Спасибо вам огромное. Спасибо. Я бы не поклонилась. Это видимо заразительно.